Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Шет, и сегодня мы с вами будем заниматься тем, чем я решил не заниматься почти год назад. Да что ты несешь, господи. Сделать мы это можем в игре Postal 2 Штопор Жжет. Когда-то давным-давно я сказал себе, что нет, я не буду в нее играть, потому что она слишком жесткая. Но сейчас как раз тот день, когда мне этого не хватает. А еще в группе Давай Лайма проходит конкурс на поздравления от известных блогеров, таких как Яден, Шмальц, Крэзи Мега Хелл, Эдвард Атева и другие. Все подробности по ссылке в описании. Но мы с вами начинаем. Итак, Postal, я скучал по тебе. Давайте я расскажу для тех, кто не в теме, что это за игра и в чем ее основной прикол. Это дополнение для Postal 2 от русского разработчика Акеллы, который славится своей ересью. И это дополнение, оно достаточно тоже трэшовое. Начинается оно с того, что нашему чуваку взяли и сменили пол. Он теперь женщина и крайне недоволен этим и пытается это исправить каким-то образом. Вот такая маленькая предыстория. Но исходя из этого, уже всякие шуточки достаточно тупые происходят. И события. Вот, просто чтобы вы были готовы к тому, что вас тут ждет. Так, Кизис Пистанес нас тут преследует. Мы находимся вроде как в Доме культуры, я прав? Да, я думаю, я прав. Карту открыть можно? На какую кнопку вообще открыть карту? Мы можем выйти отсюда, эй! Я могу выйти отсюда! Нет, не могу! Привет! Ладно, придется убить всех спецназовцев. То есть, так. Идите колотить по-русски. Хорошо, убили этих спецназовцев. Еще один. Еще один. О, убили всех, окей. Как вы видите, русские машины и русский ОМОН пытается нас поймать. Одну бабу сделанную из мужика. Ладно, хорошо, почему бы и нет? Я вообще живой сейчас? А, у меня 49 хп, 42, окей, давайте сейвимся. Ой, ОМОН! Это русский ОМОН? А, это мой ОМОН, это друзья. Вы же друзья, да? Точно, ОМОН друзья, вот эти были террористы. Вот оно что. Так, то есть черный террорист, а серый это ОМОН. Ты добрый, нет? Блин, жалко, на сайте лицо нельзя. Ладно. Что дальше? Ага. А, вот карту открыл. Я понял, как открывать карту. Я крутой. Так. Нужно... Осталось нам в понедельник взять чтиво, которое находится в библиотеке. Хорошо. А нам выйти-то отсюда можно вообще? Эй, выпустите меня. Что за? Чё ты смотришь? Чё смотришь? Уйди отсюда. Что он орёт? Вы слышали это? Вы слышали этот бред? О, дверь открыта. Почему? Эй! Почему он открывается, закрывается, непонятно. Ладно, и должен сказать, что в этой игре до хрена багов, и поэтому она время от времени может выдавать такие упоротые перлы. Ну что, вроде все нормально. Мы убили террористов, все отлично. Выходим теперь, да, идем дальше в город. Так, давайте вспомним, что это за город такой. Этот город напоминает мне российскую провинцию, глубинку, только без бумбоксов. Так, дверь открывается. Да, здравствуйте. Ой, студия звукозаписи. Ух ты, такого, наверное, в глубинке нету. Давайте посмотрим, что здесь. Саксофон, диски, пластинки, провода, микрофон. Эй, здрасте, могу что-нибудь сказать, микрофон? Ну, я не могу, значит, никто не может. Нет, микрофон бронированный. Окей, почему бы и нет? Это, видимо, такая местная рыбаза. Ну, ладно, жалко, здесь нету оружия. Или, может быть, я просто плохо искал. Швабра? Нет, швабра это не оружие. Засада. Так, это... Ну все, да, это вот такая маленькая комнатка. Точнее, маленькое такое здание. Огнетушитель взять тоже нельзя, ничего взять нельзя. Ладно, окей, пойдем по квесту. По ходу него у нас тут будет еще много приколюх, я уверен. Так, на F это карта. Карта на F, господи, кто вообще думал? Нужно пройти мимо порностудии, повернуть направо и дойдем таким образом до библиотеки. Ну, почему бы и нет? Каждый день так делаю. Порностудия, слушайте, надо будет туда заглянуть. Хм, порностудия. Водяра, окей. Перевернутый контейнер с мусором, господи, прямо как дома очутился. Идем дальше. Порностудия, я иду к тебе, родная. Давай, давай. О, кошка, привет. Подобрали кота, вы знаете, что можно с котами делать в Постале. Ты знаешь, что можно с котами делать в Постале? А я знаю. Так. Ага, порностудия справа. То есть вот это здание, обычная панельная двухэтажка, это порностудия. Оттуда выбегает баба с воплем. Детки, чувак здесь. Здрасте, здрасте. Это что за говно? Это точно порностудия? Меня не обманывают? Я точно по адресу зашел? Да, это порностудия. Ладно. Допустим, на первом этаже у них еще не обустроено все. Привет, собака.
Чё ты рычишь? Эй, эта дверь не открывается. Это открывается, здрасте. А вы, может быть, порноактер? Через 5 секунд. Тут даже выхлопа твоего не осталось. Окей, как скажешь, мужик. Так, у нас тут ничего нету. О, еще один человек. Блин, ребят, у них порностудия крайне похожа на какую-то хрущевку. Это странно. Говно ваша порностудия. Если честно. Я ждал большего. Давайте проверим, здесь то же самое, да? Да, здесь то же самое, аптечка. Лечение, свет, а не лечение, гроб. Господи, ну и реплики. Ладно. Обычная кухня, реально... Да реально Керепом удалось воспроизвести российскую глубинку. И тут это не порно-студия, это какой-то компьютерный клуб. Ладно, может быть, я не все об этом знаю. Все, пойдем дальше. Реально, я, по-моему, не все об этом месте знаю. Привет, собачка. Иди дальше по своим делам. И не смей на меня рычать, обоссу. Когда-нибудь. Так. Нам, по идее, нужно сюда. Между этих двух холмов зайти. Я прав? Да, я прав. Ладно. Слушай, ну, возможно, порностудия находится где-то в подвалах этого здания. Ну, было бы, наверное, не очень клево писать большую вывеску. Они решили сделать скромнее. Сделаем вид, что я ничего не слышал. Итак, свежий воздух, природа, дубы растут. Какая-то стройка недоделанная. Линии электропередач, панельные дома. Господи, реально, как дома очутился? Ладно. А что у нас тут? А, библиотека она справа. То есть вот это вот здание, это по идее библиотека. Выглядит оно серьезно и массивно. Да, и надпись на нем гласит библиотека. Ладно, хорошо. Зайдем. Изучайте великий путь партии Ленина Сталина. Окей. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу помочь? Почитать хотел? Читать дело хорошее. Такой еврей. Но для начала вам придется заплатить штраф. За что? 100 рублей. За что я тебе должен заплатить 100 рублей? Вот скажи, за что? Вот просто скажи, за что? А если я просто возьму и пойду возьмусь чтиво сам? Ты не будешь против? Я думаю, не будешь. Че это такое? У тебя тут насрано в углу, мужик. Я не буду тебе платить 100 рублей. Не буду. О, объявление. Дорогие мухасанцы, огромная просьба. У кого есть старые газеты и журналы, отдавать их на городскую живодерню. А то у собачек нету подстилок, и они сад прямо на пол клеток. Ладно. Какой-то, по-моему, узбек написал. Так. Пойдем возьмем чтиво сами. Что тут есть у нас? Че бы почитать? Здравствуйте. Глаза у тебя к жопе пришиты, что ли? А у тебя? А это что у нас такое? Это не чтиво? Нет, это не чтиво. Видимо, наше чтиво будет находиться на каком-то особенном почетном месте. Ведь всякое дерьмо мы не читаем, я уверен. Но тут в библиотеке больше ничего нету. Тут больше нету вообще никаких проходов. Никуда. Единственная дверь ведет туда. Пам-пам. Ладно. Есть вариант просто дать этому еврею его 100 рублей и благополучно пойти дальше. Потому что я просто не вижу, что здесь еще есть. Ну, ладно, пойдем. Еврей, тебе дать 100 рублей? Добрый день. На, чувак, получи и распишись. На, держи. Конфликт исчерпан. Что вам угодно? Что? У вас есть свежие газеты? Извините, но все выписанные газеты мы сдаем в ближайший коммерческий туалет. Там они расходятся, как горячие пирожки. Социально для вас можем рекомендовать книгу «Как пришить туда рукав» или «Сделай сам». Домашний справочник по хирургии. А? Ну, спасибо. Наболта мне эта макулатура. У меня и рукава подходящего нет. Козлы библиотечные всю прессу на подтиражки пустили. Я не говори, просто охреневший. Ходить, что ли, в редакцию на библиков нажаловаться? Заодно узнаю, может, у них осталась пара номеров. И этот ближайший логовый журналюк. О, сюда и пойдем. Ну, пойдем, хорошо. Пойдем в редакцию газеты «Правда-матка». И достанем там газеты.
Ладно, ну действительно, как пришить туда рукав или пособие по хирургии мне сейчас не очень нужно, и потому что мне пришивать нечего. Господи, такой бред. Ладно, пойдем к журналистам. Может быть, они что-нибудь расскажут. Я не помню, зачем вообще нам нужно эта газета и что мы хотим узнать. Но, да, я думаю, по ходу дела вспомним. Так, идем правильно? Да, идем правильно. По идее, вот сюда, да? Да, вот сюда. Все, прям держим, прям идем прям по курсу. Пятерка припаркованная, окей, почему нет? Народ столпился, видимо, машина в этом Мухосранске. Это абсолютно просто какая-то волшебная вещь, которую не видели никогда. Газета, газета, где бы тебя взять? Газета, газета, пара-папам. Че происходит? Ахтунг! Что? Что происходит? Ну ладно, чувак делает свое дело в кустах, окей. Окей. Я узнал тебя, сволочь. Ты штопор с улицы Новотрищенской. What the fuck? Чувак вышел из кустов и сказал, я узнал тебя, штопор. Ты с улицы Новотрищенской. Охерели, что ли? Господи, вы больные все. Вы поехавшие говнюки. Почему меня пытаются убить и арестовать? Ведь они первые начали, эй! Лежать, скотина! Где мои хпшки все? А, мне нужно что-нибудь съесть. Как съесть пиццу? Не могу позволить себе сдохнуть. Время узнать. Лечение, свет? А не лечение. Не могу позволить себе сдохнуть. И, да. Лечение, свет? Не могу позволить. Время узнать. Чем ты хилишься, животное? Лечение. А, пончиками. Окей. Захилились. Даже не смей ко мне подходить, уничтожу нахер, понял? Лежать, кем бы ты ни был. Следующий. Ты, лежай, собака. Эй! Блин, нахрен дерьмо. Кто вы такие, за что вы пытаетесь меня убить? А почему у вас смайлики, а вы пытаетесь меня убить? Вы должны быть хорошими людьми, позитивными. А вы кто? Вы просто нелюдь какая-то. Умри. Умри, 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 умри. Молодец. Так. Кто вы такие, реально? Кто вы такие? Что я вам сделал? Так, может быть у вас тут штаб? Я не знаю. Че у нас такое? Улица Новотрищенская, 6. Деревня, дом. Вау, загрузка. Почему? Заводы стоят, а одни писатели в стране. Тьфу! Активная позиция гражданина служила обществу хорошую службу. Я не понял. Я не понял, я достал... Опа. Ни один я без орудия труда остался. Я подошел к какому-то рандомному дому и взял там газету? Ладно. Лежать, если жизнь дорога. Это просто рандомный дом. Ну хорошо, псина, ты ж не напоешь на меня? Яблочки. Глядите, какие нарисованы яблоки, лол. Блин, я такие видел, по-моему, в году в 90. Так, ладно. Так, что у нас в этой деревне? В этом деревенском домике. Сортир, ладно, унитаз. Тут бутылка водки, ну действительно. Че в туалете не посидеть, водки не попить? И тут больше ничего нету, я прав? Па-па-па-па-па-ра-пам. Да, видимо, ничего больше тут нету. Говно какое-то. Ну, зато газету достали. А, вот газета лежала. Понятно, я подобрал свежую газету. Игра, видимо, нелинейная. Меня зовут Штопор. И я бывшая порнозвезда, ныне лишенная памяти, яиц и сопутствующих органов. Сегодня я устал и хочу срать, но это не повод опускать руки в дальнейшем. У меня есть враг, могущественный клан ампутаторов, и в будущем существует только два пути. Либо найти их, навешать люлей и забрать свое, либо всю оставшуюся жизнь писать на корточках. Теперь о приятном. Сегодня я узнал, что ощущают лесбы во время своих игрищ. И мне это так понравилось. Интересно, а что чувствуешь с настоящим мужиком? Тед, брось! В болото такие интересы. Все, пора спать, тушим люстру. Окей. Окей, мы подвели итоги. Мы теперь узнали, кто наш главный враг. Как нас зовут, где мы живем и что случилось? То есть солнышко светит! Эх, мужика бы сейчас! Эй, слышь, это что за гнилой базар посыпался?
У меня что, по маминой линии в роду пидоры были? Надо что-то решать с феноменом. Не делай это в сортире губами шлепать. Вчера забылся, встал перед толчком, все руки пообоссал. Помнится, мне кто-то про точку говорил, на которой обрубки пакуют. Как бишь она... Нах? Не, не то. Может быть, вжо? Слышь, дура, а не пойти б тебе вместе с твоими тупыми идеями в пи... О, точно, в пи она называется. Ну что ж, раз уж так все складывается, прогуляемся в пи вместе. Я не могу, это такая упоротость. Я понял, почему эти чуваки были возле моего дома, а, точнее, возле этого дома. Этот дом, оказывается, мой. На будущее меня ждали. Запомню, в пи здесь. Ну где здесь-то? А, вот где. Барыги, Центр восточной медицины, ФПИ и веселый орган. Ладно, окей, это у нас день вторник. Что ж, друзья, на этом давайте закончим это видео. Если вам понравилось, поставьте палец вверх. И если вы с первого раза подписывались на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер и Инстаграм, все ссылки есть в описании. С вами был Шед, всем удачи и всем пока! Отдалимся, это приблизится. Это все волшебный драйвер Воркс. Вот. И вот такое ощущение, что реально игра, она очень сильно оптимизировалась. То есть ее хотели даже сделать в виртуальной реальности. А я не уверен, конечно, что вполне возможно, что...